Добрый вечер, дорогие коллеги, председатели. После таких докладов лучевой диагностики, как специалисты магнитно-резонансной томографии, ультразвук, конечно, немножко уступает данной патологии, поэтому я как раз, когда формировала свой доклад, было написано мультипараметрическое ультразвуковое исследование, я поставила такое слово, как место, потому что иногда мы не можем высказаться о чем-либо. Потому что, как правило, ультразвуковая диагностика – это диагностика больших слюнных желез, и, как правило, это околоушные железы, это предушная часть и околоушная глубокую мы не можем увидеть, и почелюстная зона. А такие большие слюнные железы, как подъязычные, как правило, при ультразвуке очень сложно выявить. И классификация уже показывали неоднократно, поэтому не буду останавливаться, потому что есть ряд опухолей, которые мы как часто наблюдаем. И мультипараметрическое ультразвуковое исследование. Этот метод, который может быстро, просто и не очень дорого сказать о наличии пальпируемой опухоли в этих областях. И задачи – это первичная диагностика, то есть выявление, есть ли или нет опухоли, и динамическое наблюдение как за опухолью доброкачественного генеза и за динамическое наблюдение после операционного периода по сравнению с такими мастодонтами или монстрами, как магнитно-резонансная томография и компьютерная томография. Что мы можем предложить? Это B-режим, который все знают, сероскальный режим. Это режим доплеровского картирования выявления сосудов. И такие методы, которые вошли уже практически в рутину некоторых аппаратов экспертного класса. Это компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. И сейчас уже более 4 лет применяется в некоторых наших клиниках, это контрастно усиленное ультразвуковое исследование. Что касается B-режима, мы можем высказаться о локализации в форме контура и структуры опухоли. И при CDK-режиме определяется возможность, есть ли нет сосуды в опухоли и степень васкуляризации, и также симметрична она или асимметрична. При компрессионной эластографии мы определяем качественный анализ по классификации N. Это стандартный метод выявления опухоли уже в молочной железе, щитовидной железе и лимфатических узлах. Но это данный построен на определение упругости модуля Юнга. И мы можем визуально увидеть, есть ли зоны жесткости в опухоли, и определить полуколичественный анализ по пороговому значению. Но есть ряд возможностей, когда очень может помешать ограничение исследования выраженной пульсации сонной артерии, зона некроза и геморрагии в опухоли, глубина расположения, кальцинаты и, конечно, опухность оператора. Пороговое значение, которое было определено у нас, мы измеряем слюной железе и рядом лежащей мышцы, было определено в районе 3. При сдвиговой волне также выявляются паттерны жесткости, и пороговое значение по ряду статей было определено в размере 45-50 килопаскалей. И также есть визуальная интерпретация, которой мы можем высказаться, жесткая это опухоль или мягкая. И вот ряд клинических случаев, которые я хотела показать. Это ребенок 2 лет. Естественно, магниторезонансная томография – это не метод выбора этих детей. Мы видим опухоль слюной железе с зонами кистовидной перестройки, с довольно четким ровным контуром, высокой васкуляризацией, как перинатальной, так и в самой структуре опухоли. И достаточно видно, что она эластична, с низким пороговым уровнем. Опухоль растет, и мы высказали, что это лимфогемангиома околоушной железе, но так как опухоль росла вместе с ребенком, родитель забеспокоился, и было выполнено цитологическое исследование, и это гемангиомолифома выставили диагноз. Второй клинический случай – это женщина 70 лет, очень долго наблюдает вот эту четко очерченную, прошу прощения, опухоль. Мы ее наблюдаем, видно, что есть зоны васкуляризации в самой структуре опухоли. Она была эластична, с низким пороговым коэффициентом, но было выполнено все равно цитологическое исследование, плеоморфная аденома. Сейчас женщине 81 год, она до сих пор у нас наблюдается.
То, что касается контрастно-усиленное ультразвуковое исследование, у нас применяется в России это только препарат Sanofi фирмы Врака. Мы можем высказаться о воскулизации опухоли. Мы можем выявить поступление контраста и вымывание контраста из опухоли. Существуют паттерны воскулизации, то есть нарушение архитектоники опухоли и динамика, вот как я уже говорила, контраста. И несколько клинических случаев, которые мы смогли провести, контрастирование, которые у нас тоже помогли, и эластографию. Это ребенок поступил на грани 18 лет ему с подозрением на злокачественную лимфому. Было произведено комплексное исследование мягких тканей шеи, выявлено, как вы видите, изменения в околоушных железах по типу такой вот неоднородности с кистовидными полостями, и в подчелюстных железах симметрично, с достаточно выраженным снижением эхогенности и зонами кровотока по периферии. Околоушные железы картировались довольно мягким эластотипом, хотя коэффициент жесткости был высоким, а подчелюстные железы были зоны жесткости в образовании. Но мы ввели контрастный препарат, и мы видим, что при артериальной фазе он хорошо заполняется однородно и не вымывается в венозную фазу, что видно на слайде. Было высказано, что все-таки ребенок нету признаков злокачественной лимфомы предварительно, и цитологически было поставлено, что это болезнь Шегрена. Ребенок не лечился и был выписан на наблюдение и лечение по другой клинике. Еще один случай, который тоже пальпировался опухоль. Как видно, сниженная эхогенность с четким ровным контуром, васкулизация по периферии. Эластотип был неоднозначен, хотя с низким коэффициентом жесткости. Был введен контрастный препарат, и видно, что поступления контрастного препарата как в артериальную, так и в венозную фазу нет, что видно на диаграмме. Кривая в самой околоушной железе, там, где было контрастирование. Что было подтверждено и на магнитно-резонансной томографии, это была киста с густым содержимым. Еще клинические случаи в той же локализации. Мы видим сниженные эхогенности узел в челюстной зоне. Видно, что сонная артерия мешает эта зона не совсем васкулизации опухоли. Эластичность с низким коэффициентом пороговым. И введение контрастной артериальной и венозной фазы было однородно. И видно поступление контраста совершенно однородное на 13-14 секунде. Это был диагноз гистологической полиморфной аденома. Еще один клинический случай. Неоднородное образование в околоушной железе с асимметричными локусами кровотока. Достаточно жесткая как компрессионная, так и при эластографии сдвиговой волны с высокими коэффициентами. Введен был контраст. Образование очень быстро заполнилось и очень быстро вымелось в венозную фазу, что и видно на количественном анализе кинетической кривой. Вот он сразу выводится. Было сделано магнитно-резонансная томография, которая тоже высказывалась подозрение о злокачественности процесса. И вот это гистологический карцином в полиморфной аденоме, злокачественная смешанная опухоль. И последний случай. Пациентка сама нашла это образование, достаточно маленькое. Сниженной эхогенности, локусы кровотока по периферии асимметрично, достаточно жесткая, хотя с низким пороговым. И был введен контраст, и контраст кольцевидно накапливался, но потом неоднородно вымывался. С кинетической рекрываем также была неоднородна. Вот эта опухоль при магнитно-резонансной томографии и гистологический оценоподобный рак. И
Еще последнее. Есть несколько случаев, когда мы можем высказаться о рецидиве процессов после операционного рубца. Вот это сниженные эхогенности образования после операции, в злокачественном процессе. Вот есть зоны все-таки кровотока по периферии. При эластографии мы картируемся достаточно жестким, с высоким коэффициентом жесткости. Но был введен контрастный препарат, и накопление в этой зоне не фиксировалось. И магнитно-резонансная томография тоже подтвердила это послеоперационное изменение. И хочу сказать, что все-таки ультразвуковое исследование тоже может помочь нашим клиницистам при как первичной диагностике, так при динамике и послеоперационном наблюдении. И сейчас новейшие методы, которые нам позволяют аппараты экспертного класса, такие как компрессионная эластография сдвиговой волны и контрастно усиленная ультразвуковое исследование по сравнению с БЭ-режимом НЦДК позволяет в достаточной степени хорошо выявить опухоли и высказать процесс по злокачественности. И, конечно, все равно нужно сочетать это или с тонкой игольной наметлей, или трепан-биопсией. И я думаю, что дальнейшее улучшение нашей методики дооперационно может высказаться в пользу каких-то узловых образований. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У кого есть вопросы? Скажите, пожалуйста, я хотел бы задать вопрос по поводу эластографии. Она все шире используется для диагностики образования щитовидной железы с высокой специфичностью. Насколько высока специфичность эластографии при злокачественных опухолях слюнных желез? Как вы, насколько точно вы можете отдифференцировать? Ну, у нас, по крайней мере, у меня подобрано небольшое количество случаев, чтобы высказаться о чувствительности метода, но по данным статей они разнятся. Где-то специфичность и чувствительность метода высказывается от 80% до 90%. Так же, в принципе, как и у щитовидной железы. То есть, в принципе, корреляция практически одинакова. Хотя в последних рекомендациях ультразвуковых специалистов европейского сообщества высказано, что все-таки эластография применяется достаточно хорошо в щитовидной, да. Вот я говорила, молочной железе, лимфатическом узлах и предстательной железе, я не говорила, но не печени. Но да. Не слюнные железы. Слюнные железы пока просто очень мало работ, и очень мало врачей, кто занимается этой патологией. У нас в институте просто принято комплексное исследование мягких тканей шеи, мы смотрим все. Щитовидную железу, послеоперационные рубцы, околушные железы, то есть пациент попадает, и все, что может найти ультразвуковой врач, все осматривает он. Потому что специфичность наша высока при патологии лимфатических узлов. Мы видим минимальные изменения. Понятно. Еще вот один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот был доклад, посвященный МРТ-диагностике и признакам злокачественности опухоли слюнных желез. Есть ли такие признаки при ультразвуковой диагностике? Можете ли вы на каком-то этапе заменить данные МРТ? Заменить мы не можем данные МРТ, я сразу говорю. Но мы можем высказаться вот именно новыми современными методами. Если у меня будет опухоль жесткая, если у меня будет возможность контрастного усиления, сейчас, к сожалению, у нас препарат немножко замедленно, то есть он сейчас нету рецензии, то я могу высказаться в Б-режиме и при ЦДК, как правило, это все-таки мы говорим, что нужно тонкоигольный биопсия. Понятно. Спасибо большое. Да, конечно, пожалуйста. Спасибо большое за интересный доклад. Я морфолог, поэтому, если вы знаете ответы на мои вопросы, потому что вы приводили там много цитологических заключений, то я была бы рада получить ответы. Если нет, это ничего страшного. Но я не морфолог. Да, я это, конечно, данные наши морфологические или цитологических исследователей, которые просто нам их... Я понимаю. Да. Просто если знаете, то хотелось бы получить. Если не знаете, то ничего страшного. Вот вы там приводили цитологические заключения. Имеют ли они гистологические подтверждения? Это первый вопрос. А второй, они были поставлены на основании простой классической цитологии или какие-то дополнительные методики они у вас используют? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. То, что цитологически написано, то есть это подтверждено, значит, это... То есть этот пациент не оперировался, то есть это под наблюдением. Все, что дальше, там гистологический диагноз, значит, пациент оперировался. То есть это просто цитологическое заключение, не имеющее гистологической верификации? Нет, да, ребенок и до сих пор не прооперирован, они ждут пятилетия, потому что там есть определенные сложности, хирурги знают. И дама 81 год, она не хочет тоже оперироваться, потому что у нее очень много сопутствующих заболеваний.
и не знаете, какими они используют методики, просто классическую цифру. Я вам, да, не скажу. Ладно, надо спасибо. Было задержать морфологов. Морфологов надо было брать. Спасибо. Дело в том, что болезнь Шегрена цитологически никак не верифицируется. Ну, так было высказано цитологически. Я вас с вами полностью согласна, мы очень удивились, но они не оперировали эту подчелюстную железу. Даже нельзя предположить цитологически. Ну, был высказан такой. Я не говорю, я не берусь. Я получаю цитологический, гистологический диагноз, не специалист, это не морфолог, конечно. Не более. Когда да, Анна Сергеевна, к сожалению, ушла. Да. Спасибо большое.